Участок еще почистить, но дождь нам этого сделать не дал, потому что чистить участок — это значит еще и спалить все. Хотя попилить то можно, а спалю потом. Ну попилить, да, сложить. Согласен. 26-е. Анна, Василий, Зоя, Николай, Светлана и Семен. Поздравляем с именинами. Кстати, ребята, всем привет! Вы на канале Печки Лавочки. Это самый позитивный семейный влог. И сегодня мы с кумом, с Аликом на нашем хуторе. Че? Поработаем. А, ну поработаем, да. Представляешь, что здесь весной будет уже, когда прям весна-весна. Ну. Уже птички поют, уже приятно. Надо кормушку сделать. Кстати, у меня семок полная машина. Что, не веришь? Смотри. Где? Даже почищенная. Ой, молодец, ну видишь как. Птички просто будут, ну просто счастливы. Вип-корм, да? Врачи налетели. Пошли посмотрим животных. Пошли глянем. Камера, если я ее не забыл включить в прошлый раз. Когда сюда залазил на эту печку, думал только, чтобы этот свод не обвалился. Опасно? Ну да, она же там выгнута, не, да? Не то, что опасно, просто оно, как бы, не хотелось бы рушить печку. Ну, у тебя все смотрели, да, Юр? Ну да, вроде они сказали, что, ну, нормально, то есть ничего ремонтировать не надо. Ну да, там вроде не дымит ничего. Осталось вообще чуть-чуть. Здесь этот уголок, там сверху. И все. Мне кажется, что Оля сюда бы никогда не залезла. Там логово Бабы Яги какое-то. Сюда детей наказывать можно приводить. Вот
будто оживает. Уже слышишь, слышно, да? Да. Ну, хвоя. Как все это оживает. После зимы. Чувствуешь уже, видишь, точнее, концовочку работы. Так приятно вот эта вот уборочка. Ну. Да? Так хоть бы вот не повтори, да, это заново. Мы тогда убрались, помнишь, с тобой, не так чистенько было. Ну. Два дня. Выбрасывал мусор возле Димы, свалил в контейнер. Ой, идите уже к себе. Дик! Домой иди. Не мокните. Иди, Булька, домой, не мокни. Все, молодцы, провели. Они уходят. Булька, а где-то Дик, а вон, там Найда. Что, они домой пошли? Булька, иди домой. Иди, Булечка, домой. Иди. Иди домой. Давай, иди домой. 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 Молодец, умничка. Иди домой, иди. Домой, домой. Молодец, молодец. Иди домой, домой. Домой. Булька все-таки провела до дверей. Исследует территорию тут. Ну. Может, это Булька? Ты, может, ее не признал? Ну, на видео там. Не-не-не, там хвост был такой. Не похоже? Не похоже. С хвостом там. Сегодня будем топить. Но, правда, не для того, чтобы согреться, а для того, чтобы подогреть, покушать. Мы сегодня для того, чтобы согреться, выбрали поработать, да? Да. Не как обычно. Да, все правильно. Поэтому поставим туда тарелочку возле печки. Везде, блин, пыль, наверное. Где ее? Пока нет, аккуратненько. О, смотри, как это посыпалось. Надо вообще заглянуть, что там под ним. А может, он не просто так тут вообще лежит? Не, ну о, видишь, я тут снял, тут хорошо все. Ну да. Под плинтусом. Ну ничего, я думаю, что плинтус тоже надо отдирать. Может, он вырежется? Можно и тут жестянка. А тут она. А, ну это просто уголок. Вот. Ну, все, без него гораздо лучше.
лучше. Так давай его сложим, наверное. Подожди, давай его вытрем. Ну, гвозди все по этому повываливались. Ну все, не, ну видишь, этот линолеум надо его по-любому выкидывать, что куда его? Да тебе вообще, в принципе, куда здесь его? У тебя деревянный пол. Ну, зачем тебе это? Его покрасить, обновить и все, и будет лучше всего. А с этой же стенкой что делать будешь? Вернешь? Ну, надо прибить, да, это же. А, точно, тут же под этой. Пожарная. Ну, так гораздо лучше, да? Конечно. А то как-то кусками тут. Ладно, если бы еще все было обзастелено, а то... Или что, или вернем обратно? Кого? Линолеум. Не, не надо. Только гвоздики надо. Будь здоров. Так, ну что, гораздо здесь... Стало приятнее и так по-деревенски, да, уютненько. Да, уже с этими шлифованными стенами. Особенно вот там, вот тут, вот это вот место, вот оно было вот прям как пятно вот это. Ну да, вот даже, знаешь, вот если раньше казалось, что там за печкой не важно что там, да, вот сейчас, когда почистил, ну так, да. Слушай, красиво. Так, ну что, на сегодня все. Поехали домой. Наверное, да. Все. Хату зачиняем. Еще заедем к Диме с Валиком. Так, ну что, Юра, ты доволен сегодняшним днем? Да. Как вообще? Ну, мы могли сделать больше, наверное. То, что мы планировали, то, что я планировал, то, что я хотел здесь сделать, все как бы сделано. Не, а как же электрика? Электрика? Не, электрика. Какая электрика? Знаешь, что? Какая электрика? Поехали, еще камеру поменяем. Ну давай. И домой. О, гости дорогие. Доброго вечерочка. Что, работали сегодня? Да. Вот когда такая спокойная погода, нету ветерка, то есть слышно чуть, как вы гудите там бензопилами. Да? Что, вы на улице работаете? Не, сегодня бензопилой ничего не делали. Так мы же кричали там. Аукали. Не знаю, что гудело там, заходи. Мы ненадолго. Я просто, мы заехали вообще мусор выкинуть. Ну как вас повидать? Нам выкинуть? Ну. Подкинули вам мусор немного. Вот. Соседи нажили. Мы вот эту открывали, игрались, а эту... Ну, короче, игрались. Не успели. Мы. Спасибо большое. Спасибо, да. Я смотрел ролик. Спасибо. Ой, все. Папа на джипе. И дети будут на джипе. Кушать будете? Не, спасибо. Мы поехали, потому что дети дома спят, плачут, скучают. Завтра приедете? Завтра, наверное, нет. Ну, на днях. На днях. Все, ребятки, всем пока, как говорится. Слушай, мы сегодня забуксовали, а вы проехали без проблем. У нас вообще никаких проблем. Мы на пузо сели. Мы как поехали, так и поехали. А мы в чистой одежде, там как сели на пузо и не знали, что делать. Еле-еле выехали. Так что, ты не знаешь мой номер телефона? Забыл. Я забыл даже, что у тебя джекара. Так Юра одной рукой еще это только рулил. Все, пока-пока. Давай, счастливо, до свидания. По этому району обычно я еду тогда, когда либо я, либо там мы все вместе едем к куму
нашему Алику. Вот, сегодня мы у него немножко поработаем. Ему нужно будет там стругануть немножко доски. Взял электрорубанок. Так что, ребятки, едем до Кума. Так, что ты там загружаешь? Так, держите. Вам шарики. Там, подожди, а где? Такой же бассейн, как у тебя, у нас же был. Мы его на улице ставили. Вот мы, наверное, в него. Обалдеть. Тут сразу бассейн. Я, правда, не знаю, какой. Еще с бассейном? Ну да. Я потому что не знаю, есть у вас там нормальный или ненормальный. Я, честно говоря, даже и этот не помню, нормальный или ненормальный. И насос. Класс. Это Герман. Герман вообще просто будет в истории. Ну, а я уже думал, надо из сарая твой бассейн, что ли, доставать. Думали, что? Ну, давай. Ну, класс, класс. Так, и Ромке запоздавший подарок. Книжки. А, кстати, это тоже Герману. Это тоже Герману. Это типа тактильная такая, тактильная. Здрасте. Гостей. Встречаю уже с улицы. Я уже слышу. Ромка учится все, да? Познает науки. Саня, я думал этот бассейн наш уже доставать, наверное, мыть. Что, Юра, этот. А вот тут, смотри, с бассейном сразу. Ё-моё. Герман, ты прикинь вообще. И с насосом. Герман, ты пакет прям сюда. Я думаю, что все, у нас оттуда влазить не будет. Трык-трык. А это Ромке, ну, на день рождения. Книжки. Все, что я прислала, я одну выбрала, выбор выбираете, а вы все? Так а что мы будем выбирать? Пусть Ромка выбирает. Приключения и знаки, смешные рассказы. А это как называется? Называется? Ну, кстати, это все вовремя. Спасибо большое. Потому что те книги, что мы ему дарили, все у них же там вообще такие это... Все прочитал. Все прочитал уже почти. Сколько страниц за весь учебный год уже прочитал на калькуляторе. Так что это вовремя, спасибо. Спасибо. Ну будем работать или нет? Ну сейчас это, кофеек, все, и вперед. Конкретно мы с Германом не будем. Ты будешь контролировать? На контроле. Ты повеселел, что тут? Он у него глаза один в одну сторону, другой в другую как-то крутятся, не? Не знаю. Они живут своей жизнью. Он такой еще, да. Его невозможно погладить, он сразу кусается. Так. Окей, сам слышишь, буду в него это, пока Герман будет спать. Я все время в нем валялся. Да. Я, да. Ну, в детстве у нас такого не было, да, бассейна? А ты не понравится? Ему Аня все нравится. Ну что, сынуля? Нормально, доволен? Книжечкой? Тебе тоже книжечку подарили? Смотри, сидит руками ее это. Ну, а ты говоришь, его не заинтересует, уже наблюдает. Сейчас на ногу нападет. Смотри. Ой-ой. Герман, давай скорее, пока дядька этот не успел там. Али, конечно, все хорошо, только как мы там ходить будем? Есть у меня одно это предложение. Ту доску, что я заказал на террасу, мы можем ее выселить как трап сверху. И все, и по нему ходить. Она толстая, не прогибается, не сломается. Ну да. Ты-то потому что привыкший, а я-то еще как бы. Немножко... Я тут как антилопа. Я тут скачу по ним. Ну да. Пробные работы.
Вот петрушку он кидает, конечно. Слушай, смотри, как гладенько, да? Ну, ровно миллиметр. Можно сразу до 2,5, но там у тебя перепад небольшой. Да, небольшой, лучше по чуть-чуть, а то, чтобы много не снять сразу. Хотя я не сильно расстроюсь, если много. Ну, это такое, я бы даже так был готов оставить. Так мы снимаем одну ступеньку, а что, если мы больше снимем, то получится, что у нас еще одна ступенька. Так можно счесать всю балку. Вообще ее срежем. Будет ступенек. Ну, люстру тогда куплю и все. Нормально, в принципе. Ну, видишь, как хорошо получается. Опа, добрый вечерочка. Здрасте, здрасте. А смотри, сколько мы тут уже накидали интересного всего. Внизу. Я как раз с утра подняла. Это круче, чем шарики, я тебе скажу. Подкормка для туи будет. Слышь, очень хорошая. Так, генеральный пришел на проверку, что тут происходит, как дела продвигаются. Так, все надо быстро выстроиться смирно. Либо, как обычно, знаешь, это происходит, все в рассыпную, просто никого нет. На объекте нет никого. Бассейн мы заценили, когда все разошлись, никто на парня не обращал внимания, даже мама стояла спиной. Он туда залез, из котов эти шарики почти половину повыбрасывали и гулялись за пределами бассейна. Молодцы. Стручка такая, слушай. Знаешь, Юра, ее можно для каких-нибудь декоративных даже целей, да, использовать. Да, да. Видишь, она такая, она держится. Сейчас Ане скажу. Юра, ничего, здесь, если что, ну максимум 3 метра. Ты меня успокоил. Так что нет, не переживай. Все будет хорошо. Так. Ой, смотри, я уже, видишь, как быстро. Да ты уже как это. Скоро как я начнешь бегать. Ну, а то еще и быстрее. Так, ну что, Юра, шнурки. Что ты не следишь? Вот она опасность, просто на волоске, на грани. Понимаешь ты? Ты по краю ходил, Юра. В буквальном смысле, по краю. Ну и как мне потом это, в глаза смотреть? В семье твоей подписчиков. Ты что, Юра? Все, иди туда. Да, я попробую. Да, я попробую заодно. Ну что, как, Юра? Вещь? Ну, да? Обалденный. Бензопилой вообще, это ручная. Да я, кстати, недавно видел в какой-то ролик, где бензопилой вот счесывают и что-то вот создают, какое-то изделие, там стол, там вот еще там. Толщина какая вообще, это надежный стол, он тяжелый. Угу. Надо взять себе на вооружение конструкцию, я вот специально для этого и снимаю его весь. Да? Да. Мало ли где дерево какое повалится. И можно будет смастерить. И тут вот шпилькой стянут посередине. Просто ствол на две части разрезан, зашлифован и это. Стянули шпильки, вот тебе столешница. Ну это у меня крестный делал, это не я делал. Вообще класс. Я его обжигал еще. Ну, брошюрование сделал. Ну, я вижу, это, да. Это, наверное, моя фишка будет. Я вижу, да, что ты уже тоже приложила здесь руки. Я типа сделал, знаешь что? Чтобы вот это вот визуально выглядело как кора. Угу. Так я вот сначала, знаешь мое зрение. Да. Я сначала подумал, что это может типа кора оставил, а потом не смотрю. Вот в этом и выжжено.
Да, сделайте это. И заброшировано. Слушай, как стянул, а? Как сейчас его достать? Как говорится, дело мастера боится. Как говорится. Юра, я доволен результатом. Самое главное, что ты был доволен. Работа не прям такая уже огромная, но очень важная. Потому что я теперь уже все, могу дальше уже их это до конца делать. А то я только попробовал и оставил. Все, сейчас я их все обожгу. Ладно, их не спалить. Такими ровными палками. Не спали, да. А я поехал. Нам еще в соляную печеру. Да, спасибо, Юра, не буду. На здоровье. Если надо будет, я уже знаешь, знаю. Где взять. Уже себе какой-то такой приобрести. Подсматриваю, да? Не, вещь хорошая. Я ни разу не пользовался таким инструментом. В детстве все какими-то такими маленькими детскими рубанками, да? Помнишь, такие маленькие были? Вообще маленькие. Ну, да. И у нас, кстати, дома еще такой есть. Даже не один. С набора такого столярного детского. Все, мы поехали. Смотри. Не, ему вон, смотри, какие штуки надо. А вот ему нравится вот это. Хорошо, пошли туда, сыночек. Это все дома есть. Давай на песочек поиграем. Смотри, что здесь. Помнишь, играл в таком столике? А тут можно? Смотри. Ого! Ого! Ничего себе! Вот это да! Машинка. А что ему еще? Конечно. Джипа! Самосвала и гонку. Нарисую. Так, снеговичка ты хочешь разрисовать, наверное, да? Снеговичка. Вот это тебе, да, надо на логику. Помнишь, как ты на хуторе? А? Игрался в песке. Да. Круто! Круто! Кака! Кака? Для мелкой моторики это, конечно, вещь. Но... Назар пытается уловить песчинки. Какой водопад. Реально попадает соль. Дышишь и попадает соль. Ну, так я уже вот чувствую, что во рту соленая. Эй! Что это за такое у нас рассыпается? Расцепушки. Можно кидать? Можно кидать, кидать, кидать. Поползли. Я представляю, как они бы на море, да, поплывали. Ну. Там же еще вода. Ты не грызи. Вот не надо руки. Фу, как. Соленое, фу.
А мы сменку брали одежду? Нет, только носки? Она же стряхивается. А. Давай, нагружай. Вот так вот берешь. Вот так. И вот так. На. А, ты так, ты ручками? Так, вот так ты хочешь. Понятно. А, все. Сюда. Сами мы сегодня отсюда будем выходить, я не знаю, но будем сюда ходить, им здесь нравится, они еще тогда, помню, летом, когда были на хуторе, то им нравилось там в песке копошиться, а здесь так хорошо, как в песочнице, только соленой, только не ешьте ту соль. Сынок, грунт такая большая для этой машинки, там побольше иди возьми. Не, не прокатило. Вот, рака. Вот на него-то 100% сядешь. Да? Не плачем. А? Ну давай по лестнице. Вот такие вот, ребята, у нас печки-лавочки. Всем пока.